Thank you. Шалом, мои дорогие друзья! С вами Рабин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы в ЕЦ. Эта глава очень удивительная глава, дорогие друзья, и она полна противоречий. Даже не противоречий, а неясностей. Вот Яков, например, послушно дает себя поделить между женами. Вот он кладет какие-то прутики перед животными овцы Лавана, и овцы Якова, белые овцы, черные овцы, крапчатые овцы, пестрые овцы, полосатые овцы. Первое, что видит, дорогие друзья, Яков, придя в Харан, это стадо овец, лежащих в поле возле колодца устья которого закрыто камнем. И тут же он видит, как к колодцу приходит пасущая овец Рахель, будущая его жена. Само имя ее на иврите означает «овечка». И вскоре Яков сам становится пастухом и водителем, так сказать, стад. Он ходит за овцами, получает ими плату за службу у лавана, растит крабчатых и пестрых овец, видит овец во сне, обретает богатство и, наконец-то, возвращается со своими овцами в святую землю где приносит богатый дар брату своему Эйсаву. Что же происходит, дорогие друзья, в нашей недельной главе? И при чем тут овцы? Давайте попробуем разобраться. Как вы знаете, овцы ассоциируются с послушанием и повиновением. Ребенок повинуется отцу, однако делает это из-за того, что признает за отцом силу, мудрость и так далее. Овцы же повинуются просто потому, что заложено это в их природе. Им для этого не нужно никаких мотиваций. Именно безусловное повиновение Израиля Богу и олицетворяет овечья метафора в нашей недельной главе. Ибо мы угождаем ему, не спрашивая ни о чем, ни почему, что признаем его мощь и величие и не потому, что испытываем к Нему любовь, иначе наша покорность Его воле была бы ограничена, наши чувства и наше понимание не способны постигнуть и вместить Всевышнего. Народ Израиля, дорогие друзья, подобен овцам или овечкам, потому что в самой основе нашего еврейства лежит готовность полного самозабвения во имя Бога и безусловное повиновение Ему. Обратим наше внимание, что в Торе сказано, что когда Яков покинул Харан, 20 лет прослужив в пастухах у Лавана, его богатство состояло не из одних лишь овец. Но откуда пришло все остальное, дорогие друзья, чем обладал Яков, покидая Лаван? Этот стих наш известный комментатор Раши поясняет так. Он продавал своих овец за хорошую цену и приобретал на вырученное все остальное. И духовное богатство Якова тоже заключалось не в, одних, не в одной лишь покорности или готовности к самозабвению во имя Бога. Он был, дорогие друзья, отдарен способностью глубоко чувствовать Всевышнего и постигать Его глубину. Был исполнен силы Духа и стойкости, конечно же. Единственный вопрос, достаточно сильный, чтобы наделить существование смыслом, это не что мне нужно от жизни, а что жизни нужно от меня. Это тот вопрос, который мы слышим, когда по-настоящему молимся. Молитва ⁇ это не только акт творения, дорогие друзья, но и акт слушания того, что Бог хочет от нас здесь и сейчас. Если мы сможем создать эту тишину внутри души, мы обнаружим, что мы не одиноки. Мы здесь, потому что кто-то Всевышний так захотел. Он поставил нам задачу, с которой справиться сможем только мы вместе. Больше, чем молитва меняет Бога, она меняет нас. Она позволяет нам увидеть, чувствовать и знать, что Бог здесь, в этом месте. Как нам достичь этого состояния, дорогие друзья? выйдя за пределы первого лица единственного числа, так чтобы на мгновение, подобно Якову, мы могли сказать «Я не знаю Я». В беззвучном «Я» мы встречаем «Ты Всевышнего». Другими словами, молитва – это лестница, что тянется к небу. По этой лестнице из слов, мыслей и эмоций мы покидаем эм, гравитационное поле, так сказать, Земли. Мы отдаляемся от окружающего нас материального мира и приближаемся к сознанию. Это находится за пределами этого мира, к создателю Земли. Поэтому, если первый этап ⁇ это восхождение, Второй ⁇ это пребывание на небесах. То третий ⁇ мы приносим фрагмент рая сюда, на землю, притягивая его к нам. Рай не находится где-то там вдалеке, он здесь. Даже если мы одиноки и напуганы, нам стоит только осознать это. Мы тоже можем стать ангелами Божьими, Его ангелами, если, как и у Якова, у нас есть способность молиться и силы мечтать. Мечтайте, дорогие друзья, и молитесь, и пусть наши молитвы будут услышаны, а наши мечты будут исполнены. Браха Васлаха, будьте здоровы. Много сил, шалом, ваш равин. Каплан.